Классный вообще кармашек, сюда можно что-то. Все, Лера. Всем привет-привет, меня зовут Олеся. И сегодня на мне такие клевые сапожки от Gianmarco Lorenzo. Размер 39. Выполнены они из джинсы со вставками натуральной кожи. Носочек у них тоже сделан подкожаный. Проходит белая строчка, такие клевые пуговицы. А здесь еще они там и с блестяшками. Белая строчка придает им еще более... Все, Лера. Клевый вид. Ты дальше снимаешь? Лера. Здесь у них клевый замочек. Сейчас посмотрим, расстегивается ли он. Да, кстати, замочек расстегивается. Блин, девчонки, дополнительный кармашек. Классный вообще кармашек. Сюда можно что-то положить. Достаточно такой вместительный, скажу я вам. Замочку от мужа. Внутри тоже здесь идет натуральная кожа. Каблук-шпилька. Очень удобный, комфортный. Здесь, значит, у нас на носочке идет кожаная такая вставочка. Носочек идет у нас кожаная, полностью кожаная. И вот с этой стороны, да, у нас находится там такая металлическая штучка. Интересно, для чего она? Кто знает, поделитесь. Ну, думаю, возможно, это для того, чтобы было подсокать и сзади, и спереди. Да? Классные сапожки. Здесь вот полностью натуральная кожа. Сзади идет вставочка джинсы. Очень такие клевые они. Bye-bye.